Доброго дня, шановні глядачі, в ефірі телеканалу «Миколаїв», програма «Це вас хвилює», в студії працює Марина Шкарубська. Сьогодні з нами наш постійний гість, юрист Олена Ласкіна. Доброго дня. Добрий день. І сьогодні ми говоримо про таку тему, яка хвилює, мабуть, багатьох, тому що одних хвилює з того боку, коли їх наказують за це правопорушення, других хвилює, що когось з порушників не наказують. Ну, щоб не тривати інтригу, кажу, що сьогодні ми говоримо про вживання алкоголю у загальних місцях, так? Взагалі вживання алкоголю. Тобто, як це правильно робити, культурно робити, і за що вас можуть покарати, ви дізнаєтеся далі. Протягом програми на нашому екрані з'являється прямий номер телефону 76-92-42. Телефонуйте, ваші питання, пропозиції, ми обов'язково відповімо. Отже. Вот, то есть, сегодня мы общаемся на тему алкоголь, употребление его, опять же, в социуме. Люблю я это слово, всегда употребляю, потому что все связанное с жизнью, с общественностью, это социум наш. Итак, мы знаем, что мы едим, соответственно, мы пьем, запиваем, выпиваем, все как угодно, все как любит, как кто привык и приучен. В принципе, вот сама тема вот этой вот нашей сегодняшней передачи сподвигла на большие изменения, кардинальные все-таки мы. Любим, мы тоже говорим, что мы движемся в Европейский Союз, мы находимся в Европе, мы европейцы. Соответственно, и мы должны и перестраиваемся уже на европейский лад. Что это подразумевает? Это подразумевает и законодательные изменения касаемо употребления алкогольных напитков нами, подростками, взрослыми людьми. Взрослые люди, вот, кстати, это тот возрастной контингент, который, наверное, более так сурово это сейчас все воспринимает, потому что они привыкли, уже у них сложился уже традиционно определенный уровень жизни, распития и вообще как бы времяпровождения. Ті люди, які звикли з самого початку все своє життя, не тому, що вони були аморальні, просто нічого не було засудливого в тому, що ти там випиваєш при дітях, що ти випиваєш там, де знаходяться інші люди, що ти палиш і задимлюєш когось при цьому. Вони просто так було кругом, і так було, ніхто б не казав, що це негарно, не можна і ненормально. Опять же, вспомним, давайте, що було раніше. От, допустим, люди, родившиеся в 70-х, 80-х, 60-х. Ми всі пам'ятаємо, що, ну, я, допустим, це не особо пам'ятаю, я ребенок 80-х, 90-х. Вот. Що були, соответственно, какие-то ячейки там командирские, там патрули, которые так же самое. А я помню. Да, ходили по улицам, там красные на них были ленточки, так же самое они следили за общественным порядком. Так же самое был какой-то там укромный уголок, где кто-то стоял, извините меня, нарушал там, курил, пил. Это было аморально и неправильно. Почему сейчас люди решили, люди 90-х, 2000-х, что нормально сидеть на лавочке, пить, курить, как у нас это делает большинство сейчас людей, большинство это продолжает делать, ну, лично для меня это загадка. Я надеюсь, вот то, что сейчас вот мы сегодня будем с вами обсуждать, это разъяснить большинству людей, что значит аморальность и что значит законодательная наказуемость. И не надо, извините, ругаться на тех же полицейских, на тех же представителей каких-то общественных организаций, которые будут вам делать замечания, либо же сделали замечания уже. Ну, если даже у нас это и тема обговорюємо, що якщо в нас навіть це закріплено законодавчо, то на практиці воно не завжди виконується. Або тому, що ми можемо сказати, можливо, в нас є набагато більше проблем, які потрібно вирішувати поліцейським, ніж робити зауваження або штрафувати людей, наприклад, які палять на зупинці при всіх людях. Адже це також повинно бути наказуємо. Совершенно верно. Но, опять же, что сейчас происходит? Мы видим, что большинство сейчас, когда человек находится в нетрезвом состоянии, сотрудники полиции могут к нему подойти, сделать какое-то ему зауважение, выбачьте, переключаюсь такой же. Почему?
почему они ему сделали это замечание, как это происходит. Итак, давайте разберем. Есть понятие общественного места. Общественное место – это все, что нас окружает. Это здания, которые мы посещаем, концертные собрания, это детские, то есть сбор людей в одном месте называется общественным местом. Оно подразделяется на энное количество мест, и мы не должны так думать, то, что если я зашел за угол какого-то дома, это уже не общественное место. Ну, как бы тут тоже сами мы должны это понимать, а не придираться к тому, что если я нахожусь где-то, где находится энное количество людей, это уже общественное место. То есть я там не имею права распивать, курить, раскуривать там все что угодно. То есть те напитки, там никотиновые, сигаретные, там всякие вот дела. Почему? Потому что это аморально. Почему это аморально? А, потому что это приводит к вреде здоровью. Вреде здоровью не только вашего, а также и Ну, окружающих. хтось скаже, ну, випив я собі, іду такий трохи п'яненький, а навіть не трохи, але падаю навіть. Чим це Вот. погрожує, наприклад, вам, Олена, що я поруч з вами йду? Это расстройство нервное. Ну, это уже как бы это уже врачебная часть, но, знаете, вот у меня вот поделюсь вот немножечко, буквально на секундочку отвлекусь от темы. Была ситуация на нашем стадионе, на Николаевском, когда мы сидим с семьей, с детьми, все, и сидят вокруг нас люди, сидят энное количество подростков, сидит, соответственно, у них бутылки пива, извините, торбы семечек. Это все дело выпивается, это все дело разбрасывается. Когда я им просто сделала замечание, мне сказали: «Отойдите, женщина». Или пойдите, сделайте всем окружающим замечание. Ну, то есть, Ну так, да. бо ви просто це у вас нервова система порушена. Вот, вот поэтому... Це вас дратує. А всі, хто робить те саме навколо, не дратує. Вот, Все. то есть, как бы, поэтому сейчас и делаются замечания сотрудниками полиции и теми же общественными организациями, которые пытаются у наших людей, которые к этому еще пока, наверное, не привыкли или же Хоча про отвыкли. мова про це йде вже так, якби я Долго. С пам'ятаю, вже. 2010 года это все закон принятый, и он у нас сейчас, извините меня, на стадии раскачки такой хороший. Почему опять же? Потому что мы дружно идем в Ну, як повільно европеизацию, да. йде, так повільно і закони вводяться в практику. Ну, что имеем, то имеем, но как бы я надеюсь, все-таки, Я думаю, да. що тут просто ще така боротьба з менталітетом іде, те, що закладено руками, Да. і те, що не закладено тій дитині, яка сиділа, підліток, який сидів біля вас, він це бачив, напевно, від батьків. І якби його батьки це побачили, вони не зробили б йому Да, зауваження. скорее, Тому, да. коли йому якась тетя каже, що ай-яй-яй, то він каже, іди і скажи, ай-яй-яй, біля тебе твоя дитина сидить, і все. Вот, то есть как бы делать тоже какое-то замечание чужому человеку, это тоже не особо этично, ему должны объяснить это родители. Вот, поэтому вот наша передача сейчас о том, чтобы каждый родитель уже смотрел побольше за своим ребенком. Люди умели делать замечания своим родным, и, соответственно, спрашивали у ближних, делаешь ли так или нет, не сложно ли тебе там, допустим, взять бутылку пива, поставить ее в тот же пакет или закрыть крышкой, прийти в компанию к своим друзьям, закрыться в квартире там и так далее, или в кафе, это то место, где можно распивать это все. Хоча це також Да. ніби місце для загального користування. Но оно Але воно закрытого для типа, цього воно да, на і то оно и існує. существует, да. Ну и так, опять же, что у нас? У нас, если в общественном месте мы находимся среди своих друзей, и у нас есть какой-то спиртной напиток, он не должен употребляться. Если все-таки произошло таким образом, что вы не сдержались, там у вас какой-то там эмоциональный, опять же, все, видите, у нас в эмоции упирается, то к чему это переведет? К тому, что вас могут остановить сотрудник полиции, может вам провести профилактическую беседу. Если вы себя ведете уже агрессивно, опять же, ваш эмоциональный уровень дает вам такие, извините меня, всплески, что вы начинаете грубить, хамить и вести себя неадекватно, на этом вас могут задержать на 3 суток. У вас потребуют документы, и это будет нормально. Если у вас их не будут, тогда вас задержат на 3 часа до выяснения вашей персоны. После этого вам могут уже составить административный протокол. То есть, ну, в принципе, административный протокол – это формальная такая, как говорится, гривневая, можно сказать так,
так подзатыльник небольшой, что ли, вот так обзовем. Угу. Тобто там вопросом. Не дуже великі суми, да, так? Да, сума там небольшая, от 17 до 20, до 85 гривен, но это неприятно. Поверьте, как бы не поверь, даже слава богу, в таких ситуациях не бывает. А ви да. Почекайте, ну а якщо ті персони, які там не ведуть, не поводять себе агресивно, вони взагалі ніяк себе не поводять, вони просто, наприклад, валяються на вулиці. Там же, я знаю, поліцейські і медична допомога приходять просто, щоб врятувати вже цю людину. А чи потім їй якось це відгукнеться? Вот, по этому поводу. Если человек неадекватный, полностью он физически невменяемым в алкогольном состоянии, наркотическом, алкогольном, сотрудники полиции имеют полное право его взять и отвезти в медицинское учреждение полностью. Uh-huh. А что они не имеют права делать, это они не имеют права его делать, обыскивать. То есть человек должен сам предъявить документы, там, то есть да, ну если человек невменяемый, тобто просто положили... Вони повинні досидітися і дочекатися, поки він їм щось суттєве скаже. Да, да, но опять же, если невменяемый, взяли под белые рученьки и повезли в поликлинику. И при цьому не штрафують. Это уже второй момент, потому что, опять же, это как себя ведет человек. С ним могут поговорить, в чем дело, что произошло у вас. И задача полиции поддерживать порядок для того, чтобы все было хорошо, помогать. Вот. Вот, это хорошо. Ну, это для... что у нас есть. Чесно кажучи, для мене дуже суперечливий закон. Тому що якщо ти просто на підпитку і в тебе якісь емоції, то тебе накладуть на тебе адміністративний штраф. А якщо ти лежиш і в тебе вже ніяких емоцій, то штрафу не буде. То деякі оберуть там, де без штрафу пункт, мені здається. Главное, щоб чоловік, по суті, для чого це все створилось, щоб чоловік розумів відповідальність і розумів, наскільки важливо нормально, правильно підійти к вопросу, точніше, розрішення цього всього. Взагалі ми говоримо про те, що не треба випивати. Совершенно верно, да. Тобто, якщо уж произошло что-то, и по каким-то причинам ты идешь домой, там, от друзей, там, с того места, в общем, идешь, то твоя задача спокойно, нормально дойти, чтобы не было стыдно никому, ни тебе, ни близким за то, что такая ситуация произошла. Что такое, к сожалению, у нас часто бывает, и в маршрутках мы видим, и людей пытаются, когда они находятся в таком состоянии нестандартном, с маршрутки выбросить, типа, иди отсюда, кто ты такой. Тут начинает ругаться, как это, я почему не могу доехать. Да можешь ты доехать, но веди себя адекватно, и не ори, и так далее. Люди в полном праве имеют вызвать полицию, сказать, что, извините, данный гражданин ведет себя неадекватно. Тогда его будут уже привлекать к административной ответственности. Но, опять же, что значит такое 85 гривен? Это как бы... Ну, как бы вообще никак, по сравнению с тем, что сейчас на какие стоимости происходит дальнейшее. Поэтому вот, у нас делятся люди на класс пешеходов, класс водителей. Да? Вот, поэтому мы знаем, что есть у нас граждане, которые, будучи находясь в нетрезвом состоянии, употребляют за рулем. Мы знаем, что это очень такая... проблематичная, плохая тема. Це навіть трагічна тема на даний момент. Да. Тому що вже скільки не підвищуються штрафні санкції, але при цьому все одно дуже багато людей вживають... Да. И в неадекватном состоянии. Поэтому мы с вами вот, да, и начали вот общаться по поводу именно социальной части, именно в голове, что у человека в голове, то у него и снаружи, так он себя и ведет. Поэтому нужно каждому, выходя из с рабочего места, из дому, понимать, что когда ты вышел, ты несешь ответственность не просто за себя, а и за окружающих. Вот. Поэтому в этом году также у нас произошло изменение, буквально вот летом, которое теперь стало более ожесточеннее проводить вот мероприятия по штрафным санкциям уже к водителям непосредственно. То есть к чему это у нас привело? К тому, что если ты находишься в алкогольном опьянении, кстати, мы сейчас еще вернемся по поводу, что такое алкогольное опьянение, и сейчас будем разбираться, в каком состоянии, что значит ты в алкогольном опьянении. Если ты находишься в этом вот пока нам неизвестном алкогольном опьянении, ты будешь лишен, самое страшное для этого автолюбителя, это водительских прав на 1 год. Да. То есть помимо финансовой части, то, что мы заплатим более 10 тысяч гривен, это уже случившийся факт. Если раньше любой водитель мог
извините меня, отлистать, вот, то сейчас уже как-то листа не листа, Нічого, то... навіть не листали, були виправні роботи, так, які проходились досить Тоже за формально. Та, финансовую часть, да, да. происходили это все. А зараз, якщо ви вже зібралися сісти на підпитку за кермо, то знаєте, що крім того, що вам потрібно буде заплатити вагомий штраф, ви ще й рік, як мінімум, так, Да. не зможете більше керувати автомобілем, а будете пересуватися пішки. Так Да, буде пити да, да, дешевше. да, да. Однозначно, опять же, сейчас давайте вот посмотрим, что такое у нас алкогольное опьянение. У каждой, допустим, страны есть свое. Опять же, идем в Евросоюз, у Евросоюза в каждой стране есть свои алкогольные опьянения. У нас это 0,2 промилле. Что это такое? Это то есть у каждого человека есть свои функции организма, которые употребляют, перерабатывают полезные вещества. В данном случае это 0,2 промилле, равное для, грубо возьмем, вот для женщин, которые, опять же, могут на работе отмечать там какой-то сотрудник день рождения, вот женщина имеет право выпить пол фужера шампанского. Вот, пол там, не говорю фужер, потому что может быть фужер достаточно большой, поэтому это та доза, которую женщина может право сделать. Пол фужера вина, третью часть рюмки водки, если женщины употребляют какие-то тяжелые напитки, коньяка и так далее. Для мужчины это, опять же, все в зависимости от веса, но давайте не будем, ну и пиво. Пиво это 0,3 миллилитра, ой, 300 грамм. 300 грамм, да, так. Да. Вот, но опять же, если мы хотим вести себе спокойную, нормальную уже дорожную часть, опять же, это организм, то нужно соблюдать стопроцентный нормальный здоровый образ жизни, а не так, что я выпью пол фужера шампанского, быстренько поеду, быстренько со мной ничего не случится. Да. То давайте уже будем действовать нормально. Существуют ситуации такие, что как бы и врачи говорят о том, что у каждого организма человека есть свой какое-то составляющее алкоголя, что не бывает такое, что организм не вырабатывает никаких промиллей. Есть такое понятие алкотестеров. Алкотестеры существуют у каждого сотрудника полиции. И так же само вы, вот честно, я вот так готовясь к передаче, я зашла также в интернет, просто посмотрела доступность приобретения этих алкотестеров. В прямой продаже, как угодно, вы можете купить для себя. Сейчас, как говорится, как займусь рекламой алкотестеров. Например, для Опять чего? Опять же, для чего? Для того, что если получаются какие-то нестандартные, неформальные ситуации, то чтобы и вы, у и вас ваши свой знакомые... У вас был независимый алкотестер. Совершенно верно. Вас могут остановить. Может произойти какая-либо такая спорная ситуация. Вот. Для того, чтобы этот спор у вас был каким-то образом разрешен, вам нужны какие-то адекватные какие-то составляющие. То есть будет выписываться протокол. Если вас остановили и сказали, нет, товарищ, там, ты все-таки пьян, вот, ты имеешь право либо же отказаться, либо же, точнее, сказать, да, я согласен пройти показания на алкотестере, либо же отказаться от прохождения на алкотестере и пройти эти показания в медицинском учреждении. Либо же у нас есть статья, Конституции Украины, которая дает нам право полностью отказаться от всего, что я, короче, из всей статьи, я маю право не давать ніякі повністю показания, свідчення. Не, а я знаю, що це взагалі-то обтяжуючі обставини. Потім Бывает, при рішеннях да. суду це обтяжуючі обставини, якщо ти відмовився від проходження експертиз. Якщо у вас существует ситуация просто форс-мажор, когда все, край, у вас жена, там, допустим, у мужчин там рожает, у вас билеты на самолет, все, полностью ситуация, выходящая из-под контроля, если у вас безумное какое-то совещание, и вам экстренно нужно быть на нем, извините, там, у женщин может быть масса этих безумных ситуаций, да, вы правы, что это может, но для этого нужно доказать. Если у вас будет ваш алкотестер, то это может также сыграть какую-то роль. Вы также самое снимаете с него показания, и, соответственно, у вас будет какое-то доказательство. Если вы уже прибегаете к этой статье Конституции, то, соответственно, у вас должны быть ваши какие-то
строгие уже опровержения. То есть, почему я сейчас об этом опять же говорим? Потому что сейчас существует законопроект, который будет, может быть, мы не говорим о том, что может быть, но сейчас лучше подумать об этом, и это хорошо, если оно будет. А я хотіла б ще спитати, от повернемося до відповідальності за розпиття спиртних напоїв в загально вживаних місцях. Якщо ви упомянули, що якщо ми просто сидимо там, наприклад, на лавці, на пляжі, ще десь з пляшкою. Пляж – це больна тема. Так, пляж – це взагалі хвороба. От, а якщо ви говорили… Пляшка в пакете, например, молодь распивает пиво. Вот этот момент. Смотрите, да, это как бы, когда что-то находится в пакете и его не видно, то его... Его якобы нема. Смотрите, да, да, можно его рассматривать как частная собственность. То есть частная собственность, для того, чтобы просмотреть эту частную собственность, у тебя должны быть определенные санкции на обыск. Вот, то есть полицейский, находящийся на улице, он не имеет права проводить обыск без на то надлежащие оформленные санкции там и так далее. То есть в данной ситуации это может быть таким вот моментом, который вас обезопасит, но злоупотреблять опять же этим нельзя. Нет, ну потому что да. Выходит так, в пакете в тебе приватная власність, тебе не могут обшукать, але при цьому ты сидишь и сп'янів при цьому, вживаючи цю приватную власність, и тут же вступает в закон друга статья в дію. Твоє сп'яніння. Да, то есть как бы... Опять же, приходим все к тому, для того, чтобы не было вот этих коллизий и для того, чтобы не было вот этих разбирательских моментов, нужно себя вести все-таки морально адекватно. А, то есть, это говорится тобто, вот якщо этому. Ти вже випив те, що в тебе в пакеті знаходиться в приватній власності, закрий собі рот. І молча, мовчки йди додому, нікого не чіпай. Правильно? Где-то так, да. Тоді на тебе закриють очі, що ти цю приватну власність вживав. Ну, опять же, если это находится что-то в пакете, то это понятное дело, что это что-то запрещенное. И однозначно тебе сделают замечание. Поэтому, если это запрещенное, его нужно употреблять на, в определенных на том местах. Опять же, дети. Дети это все видят. Дети это все копируют, потому что дети это копирки взрослых. Соответственно, как бы мы видим, да, у нас сейчас изменилась ситуация, очень много магазинов, которые перестали афишировать пиво, свежее пиво, там, безалкогольные напитки, но, тем не менее, суть вопроса особо не поменялась. Мы видим, что даже там, где написано большими буквами «квас», стоят столики, и взрослые употребляют за ними. А, до речи, да. Щодо цих палаток, які літні палатки, там все одно є в кегове пиво, наприклад, влітку. Вот, смотрите, пожалуйста, касаемо на кого пива... буде діяти закон? Пиво... На тих, хто продає, чи на тих, хто вживає на цій палатці? Пиво можна покупати то, которое разливное, не бутылочное. Да. Опять же, это должны быть определенные места. Вот тоже кафе, вот кафе, которое подразумевает под собой количество определенных столиков, оно имеет право. Але воно не в закритому приміщенні. Їх бачать всі навколо, ті самі діти, які поруч ідуть. Главное, чтобы вот эти вот люди дружно не перемещались на ту же площадку, на детскую. Да. Тобто в них повинна бути своя окреслена територія. Да, да. Вспомним те же места, которые были ранее. Ранее было место для курения, место для распития. Да. Угу. Да. Также и дети наши. Дети, которые приобретают напитки, четко. Опять же, вы знаете, для меня вот лично до сих пор остается загадка. Если продают ребенку пиво, алкогольный напиток, не спрашивая его ни возраста, ничего, каким образом можно проконтролировать это? Вот. Для меня это пока месть открыто, опять же, почему, опять же, потому что штрафные санкции у нас не такие уж большие на такие предприятия, как хочу, так и продаю, есть магазины, которые торгуют теми же ликероводочными в пределах доступности школ и так далее, это неправильно. Говорю это как мама, потому что знаю, есть закон, закон должен быть исполнен. Если он вступил в силу, то нужно его каким-то образом все-таки придерживаться и понимать, что он дает какую-то положительную
такую стезю, а не отрицательную. Да. И как бы хотелось бы, чтобы все-таки наши торгующие организации не просто думали о том, что если он продаст алкоголь ребенку и заработает на этом какие-то там свои деньги, а то, что он просто как бы ломает нормального человека, который, в принципе, даже еще не человек, он ребенок, который формируется. Если это тот же студент, у него есть право выбора, он уже более сформированная личность, да, уже пришел, он совершеннолетний, он понимает. Но если это ребенок 16-летний, то, извините, как ему можно продавать что-либо? Да, поэтому нужно думать о том, что как бы вот сейчас, опять же скажу, существует законопроект, который также может дать возможность на очень большие повышения штрафных санкций, там и до, я могу ошибиться, порядка до 80 тысяч гривен это все будет, и уголовная ответственность. Так что давайте думать о здоровье нации и здоровье наших детей. Це дуже така слушна крапка у нашому ефірі. Я думаю, що це не остання наша зустріч з цієї теми. Я, у вас дуже багато цікавої інформації з різних тем. Дякую ще раз. З нами була Олена Ласкіна, наш постійний юридичний експерт, яка знає багато цікавого, як себе поводити. Адже, будь ласка, залишайтеся на телеканалі Миколаїв. Ми чекаємо на вас. Шануйте себе і будьте здорові!